Добрый день, с вами Алевтина Литвиненко. Сегодня мы в программе Pintnet создадим титульный лист. Для этого мы зайдем в файлы и нажмем первую строчку «Создать». Здесь мы можем задать размеры. Вот перед нами чистый белый цвет. Если мы хотим изменить цвет фона, заходим в инструменты, находим заливку и выбираем цвет фона. Выбрали цвет, мы можем его немножко еще видоизменить, зайдя вот сюда, вот в заливочке найти, допустим, вот диагональную клетку сделать. Ну, пусть так будет, посветлее немножко. Заходим в инструменты, выбираем буковку Т, текст, выбираем цвет текста. Ну и, конечно, шрифт. Тут изобилие шрифтов. Размер шрифта. И пишем. Да, мы оставили здесь заливку. Надо обязательно вернуть в сплошной цвет. Иначе у нас буквы будут все в полосочку или в клеточку. Но иногда это тоже бывает нужно. Все большими буквами. Пишем. Находим место, где бы мы хотели это сохранить. А сохраняется нажатием левой кнопки рядом на фоне. Иначе, если вы не сохраните первую строчку, то вторая писаться просто не будет. И продолжаем. Теперь мы можем поменять цвет другого слова, слово текст. И давайте поменяем шрифт. Сделаем другой. Немножко. Не немножко, а здесь совсем другой шрифт, который мне очень, кстати, нравится. И увеличим размер его. Пишем большими буквами. Текст. Очень красивый вот этот шрифт. Пока мы его не сохранили, мы можем его перемещать и накладывать на первую строчку. Ну, наверное, мы не будем, просто оставим, сохраним. Ну вот, на этом урок закончен. Вы научились писать, а теперь его просто нужно сохранить, зайдя в файл и нажав кнопку «Сохранить как». Сохраните в любую папочку. И до следующих встреч. В следующем уроке мы попробуем еще добавить вместе с текстом картинки или фото на наш титульный лист. До свидания. Всего доброго.